Добрый день, на обзоре у нас iPhone 15 Pro. Вот, в данный момент сейчас его поставим на активацию и посмотрим его внешнее состояние, пока он активируется. Обычно вот так. Ну, получается, да нету. Да нет, не он. Стулья замедливает. Так, по внешнему состоянию сейчас покажу. Никаких вмятин, есть в черном свете. Никаких сколов, трещин, да, не наблюдается. Динамики чистые, зарядный разъем Type-C, да, тоже чистый. Но это, скорее всего, просто его модели написаны, без QWERTY. Вот маркетинговое название написано Optics G273. Ну да. По которому оформлено? Здравствуй. Я понял. Ну сейчас туда переделаем название. Спасибо. До свидания. Итак, iPhone у нас был активирован. Посмотрим, никакого аккаунта нет. 15 Pro на 128 гигабайт. Сто 11 циклов, 100%. Первое использование в марте 2024 года. Face ID сейчас покажу. Face ID у нас работает исправно. Камера. Широкоформатная, основная, фронтальная. Все работает хорошо. Кнопки прибавления и убавления громкости также работают исправно. Функциональная клавиша не назначена еще. Вот. На режим без шум, без звука стабильно настроена. Телефон не вскрывался, ничего не менялось. Послушаем, как работают динамики. Динамики работают исправно. К Wi-Fi подключен. Сейчас посмотрим. Да, ты тут. А, вижу. А, это вот в общий чат Авито, да, написали? Полностью исправный телефон. На экране у него наклеена гидрогелевая пленка. Экран без каких-либо трещин и царапин. С пленкой. Стекла камеры тоже в отличном состоянии. Без трещин, без сколов, без царапин. По корпусу, повторюсь, никаких вмятин, царапин и трещин нет. Телефон в отличном состоянии.